Выставка World Food продолжает свою работу. Наш пресс-центр освещает новые интересные наработки. Рядом со мной новый интересный спикер с очень интересным кейсом, который точно подойдет всем русским людям в канун особенно Нового года и людям, которые знают и понимают в вине. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Да, Владимир Кондратов, компания «Имвина». Это приложение, большая винная энциклопедия, маркетплейс, агрегатор, специализирующийся на вине. Расскажите, ваше приложение можно назвать бесконечной полкой, потому что вы можете изучать вино бесконечно, смотреть его описание, читать отзывы на него, и самое главное, доставлять качественное вино, которое, допустим, не представлено в ближайшем магазине, к вам и пункт самовывоза, и забирать его. Да, одна из задач наших стратегических – это развитие винной культуры, потому что именно развитие винной культуры позволяет развивать рынок. Наше приложение достаточно многофункциональное и уникальное на сегодняшний день. Мы также используем технологии искусственного интеллекта для распознания образов этикеток. То есть, по сути, приложение все включает независимый винный обозреватель, это блог, который… в котором публикуется интересная информация, которая собирается по всему миру. Это агрегатор винных мероприятий, то есть все мероприятия, дегустации, около вины. Также мы публикуем у себя, это могут делать пользователи. Это пользователи приложения могут удобно найти мероприятия, которые их интересуют. Также винное приложение распознает этикетки, раздает винную карту в ресторанах, распознает штрих-код. Также, то есть у нас существует в приложении несколько видов продавцов вина. Это рестораны, это магазины и это раздел резерв. То есть вы можете магазины и рестораны по системе Click and Collect увидеть то, что у них есть сейчас в наличии, заранее ознакомиться, найти тот ресторан или магазин, который подходит своим ассортиментам, сделать резервацию, прийти и уже получить то, что вы хотите. То есть не ошибиться, не получить того количества, которого вам нужно, и все остальное. Также есть раздел «Резерв», это консолидированная матрица всех вин, которые присутствуют в России, это более 50 тысяч SKU вина. Вы можете найти любое вино в любом количестве, которое вам интересно, и сделать заказ в определенный пункт выдачи. То есть, так как онлайн-продажа вина запрещена, мы развиваем омниканальное направление, так называемое сейчас гармоничное направление, когда можно получить вино в любом удобном пункте выдачи заказа, который состоит из ритейлеров, которые имеют розничную лицензию. То есть здесь абсолютно все в рамках закона. Я считаю, что это отличный переходный этап для нашей страны, который позволит, опять же, гармонично перейти к полному онлайну и сделать, это позволяет сделать некую эволюцию. То есть никаких революций, это именно эволюция рынка. Также мы сделали отличный омни-канал и современный цифровой канал для реализации российских вин. То есть это определенная социальная задача, которую мы выполняем, так как развитие российского виноделия – это такая стратегическая задача для страны. Активно развиваются винодельни, активно развивается количество земель, на которых растет лоза. И мы даем возможность всем фермерам, вне зависимости от их размеров, получить доступ к покупателю своему. То есть эта возможность дает как раз омниканальная платформа, когда можно выставить любой объем продукции и найти покупателя, который закажет и получит его, купит в любом удобном пункте выдачи заказа. То есть вот такая история. То есть ваше приложение, оно и для дистрибьюторов, и для производителей, и для покупателей? Это некая винная экосистема, которая позволяет наладить взаимодействие всех участников рынка. То есть и также мы двигаемся к тому, чтобы этот винный сегмент экосистемы был интегрирован уже в глобальные экосистемы, торговые платформы, маркетплейсы, как винная категория, которая позволит удобно ориентироваться именно в винной категории и развивать винную культуру. Спасибо вам большое. Мне кажется, это шаг не просто для компании, а шаг в принципе для культуры
вина вот в России в частности. Спасибо вам большое за вашу работу. Пожелаем вам удачи на выставке и надеемся, что огромное количество производителей в том числе обратят на вас внимание и ваше приложение станет повсеместным. Да, я бы хотел бы предложить бы всем объединяться и таким образом развивать рынок и себя индивидуально, и покупателей. То есть только совместной работой мы сможем этого добиться. Все, спасибо большое вам. Спасибо вам большое. Все, счастливо.